Пасхе Тирасполь зацветет, на декоративных арках появятся сурфинии разных оттенков. Прошлой весной столицу украсили цветами в середине апреля, в этом году позже. У нас температурные условия в этом году немножко изменились, как бы более холодно было, весна более холодная. Цветы сульфиния, они показали себя хорошо и как на высоких температурах, так и на низких. То есть это ранняя весна, когда у нас ночью холодно, поздняя осень, когда тоже у нас ночью холодно, днем жарко. Они эти перепады температуры выдерживают. 350 вазонов с сурфиниями расставят на арках в форме тюльпанов по улице Юности. Остальные 2000 украсят улицу 25 октября и Екатерининский парк. Стойки с цветами будут возле памятника Суворову, ГДК, кинотеатра «Тирасполь». Сурфинии неприхотливы к перепадам температур, но они очень любят полив. Летом для всех цветов города в день в среднем уходит около 4 тонн воды. Большую жару мы поливаем 2 раза в день. Утром трактор едет, поливает, после обеда опять. У нас в городе очень много бетона и асфальта, который нагревается и дает достаточно большую температуру и испарение влаги. Поэтому стараемся поливать очень часто. Каждый вазон оборудует антивандальной стяжкой. Вытащить его не получится, он устоит и под напором сильного ветра. В планах озеленителей высадить еще бегонию, сальвию, львиный зев и бархатцы на клумбе возле Дома Советов. Ну и главный сюрприз – в Екатерининском парке появятся тюльпановые поля, такие, как в Голландии. Цветение будет непрерывным, одни оттенки отцветут, тут же распустятся новые. Когда и где именно в парке будет такая красота, озеленители пока держат в секрете.